Привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео хочу вам рассказать такую интересную историю о том, что не стоит покупать коробки, прем-танки, открывать какие-то кейсы и тому подобные вещи, делать на каких-то левых сайтах, неизвестных, созданных недавно, и тратить там свои деньги, переходить по каким-то рекламам непонятным, по каким-то ссылкам. Все это бредятина, потому что это все сделано для того, чтобы зарабатывать легко деньги. И переходя по таким вот ссылкам, или если вы сами ищете какие-то сайты дурацкие, вы можете там легко подцепить какие-нибудь на компьютер вирусы, потратить деньги в никуда и можете потерять свой аккаунт. Причем вы делаете это все сами. Вы сами приносите неизвестно кому деньги, ни за что. И при этом еще можете потерять свои аккаунты, какие-то личные данные. Я не понимаю, зачем это делать. И вообще, как можно думать, что на каком-то левом сайте стоит ли что-то покупать? Это полный бред. Думайте так, что всегда в интернете вас кто-то хочет обмануть. Никто вам на халяву ничего не даст. Что вы как маленькие? Интересный вопрос был недавно. Варчик, а стоит покупать коробки новогодние со скидкой на каком-то там непонятном сайте? Не забанят ли меня? Очень интересная постановка вопроса. Самое главное, не забанят ли меня? То, что ты можешь вообще потерять свой аккаунт, и он будет у кого-то неизвестно у кого. Ты можешь получить какие-нибудь вирусы, потратишь деньги в никуда, тебе ничего не выпадет, потому что на этих сайтах можно в любую сторону крутить шанс выпадения, и можно вообще сделать так, что выпадать будет то, что ты захочешь. То есть я не знаю вообще, как можно додуматься на таких сайтах что-то покупать, если там все крутится вручную людьми, которые его сделали. Вы же посмотрите на эти сайты, они просто корявые и направлены на то, чтобы с вас взять деньги. Даже не задумывайтесь никогда о том, чтобы покупать что-то леваковое на каких-то леваковых сайтах. Это бред, и никогда даже об этом не задумывайтесь. Но самое печальное то, что эти сайты существуют, потому что на них есть спрос. Если бы не было на них спроса, они бы не могли существовать, у них бы не было бы финансов на это. А так, мало того, что у них есть финансы, они еще иногда умудряются заказывать рекламы у крупных блогеров и еще платить за нее, чтобы люди приходили и опять же тратили свои деньги в никуда. Очень много реклам на всяких разных сайтах. Но опять же, даже делают ролики иногда, как заходят на такие вот корявые сайты и что-то там, они покупают кейсики, крутят какие-нибудь фигнюшки. Но все это бред, знаете почему? Потому что в этот момент, когда именно тот блогер, которого вы смотрите, он крутит или открывает коробки, ему подкручивают шанс, ему все сыпется, все выпадает. После этого люди насмотрелись рекламы, идут по ссылке, тратят свои бабки, а им ничего не выпадает, потому что шанс уже открутили назад. А бывает такое, что убирают вообще половину из того, что там может выпасть, чтобы вообще ни за что не платить, а какой-нибудь мусор может и выпасть. А может там вообще ничего не быть. Может вы просто свой аккаунт туда напишете и потеряете его. Беспокоиться в этот момент, забанят ли меня. Единственный, кто вас может забанить в интернете, это вы сами, своими глупыми действиями. Поэтому для того, чтобы такого не было, просто нужно думать своей головой. Если у вас особо денег нету, и вы ищете каких-то скидок, или что-то думаете где-то схитрить. Если у вас нет денег, просто ничего не покупайте лишнего. Покупайте то, что вам нужно, если у вас мало денег, а не ищите дурацких скидок. Бывают акции и скидки в магазинах, в крупных, в нормальных, в сетях каких-то, но не на левых сайтах убогих, которые сделаны на коленке за вчерашний вечер, чтобы вас обмануть. Я думаю, с этим вопросом мы разобрались. Давайте обратим свое внимание на бой. У нас песчаная река, верхний левый респ и Су-152, который обладает сверхмаскировкой, просто не светится никогда. Знаете почему? А у него за 100 чем-то боев нет лампочки. Ну просто экипаж такой типа, ну либо медленно качается, либо он не качает лампочку. А зачем? Зачем лампочка
в 2018 году, если в 2019 году всем лампочку выдадут и так. Просто во все экипажи лампочку на. Представляете, человек просто многоходовочку залупил. Он уже сейчас играет без лампочки, которую в следующем году когда-то дадут. Это просто многоходовка. Он обошел нас всех. Не, в целом этот человек, который сыграл этот бой, молодец. Он просто лучший, потому что в этот день сошлись 9 планет в ряд. Прилетели из планеты Татуин инопланетяне. Пожали ему правую руку, чтобы он своей правой рукой жал на мышку. И просто бахал по 700 урона. Иначе никак на таком ведре не затащить. Поскольку в бою была такая ситуация. Прорвали фланг. На него едет куча танков вражеских. Он один на базе стоит. Ему никто не светит. Его никто не прикрывает. Помощь нулевая. Он стоит на балкончике. Просто хоботок повернул в сторону. Никуда не убегает. Ничего не, вообще не беспокоится. У него все там на мази. 9 планет в ряд стоит. Рядом стоит инопланетянин. Следит, чтобы все было под контролем. Все вообще, ситуация под контролем. Все под контролем. Едут тяжелые танки по полю. Они едут не по краю карты, как нормальные люди, и не рашат базу. Они едут по полю посередине карты. Останавливаются в тот момент, когда владелец нашего ИСУ-152 на них наводит прицел. Получают тычку на 700, начинают ехать дальше. Это просто невероятное совпадение. И человек на ИСУ-152, сетка рога, без лампочки. Плюс еще у него, видимо, это его настройки в игре такие, что у него показывается процент, а не ХП у врага. Вообще настройки какие-то странные. Может, конечно, это глюк реплея, но вчера, когда я смотрел другой реплей, там были другие прицелы, настройки и все остальное. Алды в чатике по-любому напишут, откуда эти настройки. А для новеньких этого канала я напоминаю, что по ссылке в описании вы можете перейти ни в коем разе ни на рулетку, ни на кейсики, ни на какие-то обманы, а на мой второй канал, на котором я стримлю, потому что на этом канале до конца февраля я стримить не могу. Поэтому переходите по ссылке, подписывайтесь, мы там будем стримить, смотреть танчики и не только танчики. Поэтому переходите, я вас там жду, потому что там стример стримит и умирает с голода, потому что где мои бабки? Где бабки? Вы за этот месяц ничего не задонили. Стример умирает. На улице снег, в лес на охоту не сходишь, холодно, тем более болею, температура. За проезд передаем. Еще очень интересный момент, который я заметил, пересматривая кучу реплеев, это то, что наступает такой момент в бою, когда человек просто в чат пишет свои какие-то 8К, и больше ничего он за весь бой не писал туда. Там кто-то кого-то поливает грязью, кто-то с кем-то спорит, кто виноват во всех проблемах. А у человека просто удался бой. В этом бою у него получилось все. Может быть, даже у него жизнь из-за этого боя просто удалась. Просто для него останавливается время. Он пишет в чатик 8К, и все у него удалось. Грудь колесом, хоботок наверх, и поехал вперед, просто все удалось. 8К, что еще нужно на ИСУ-152? С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на второй канал.